конце мая 92 года главврач переходил из палаты в палату и никак не мог придумать, как подбодрить лежащую здесь знаменитость. Состояние известного на весь мир шахматиста было таково, что каждый день мог стать для него последним. Врач вошел в палату и не поверил своим глазам. Постель умирающего гроссмейстера оказалась пуста. Дежурная сестра сообщила, что несколько минут назад больной ушел из больницы. Таль спешил на турнир. Таль играл последний блиц-турнир в Москве. Там было 8 человек, мы играли в 2 круга. И турнир я выиграл, но проиграл в нем одну партию Талю. Таль пожертвовал фигуру, некорректно пожертвовал. Я отбил атаку и просрочил время. Потому что не сумел вот в 5 минут справиться с проблемами, которые ставил Таль. Вот это, наверное, тоже какая-то такая высшая, что ли, истина шахматная. То есть вот буквально совсем вот уже в последние свои дни Таль все равно был в состоянии играть в те шахматы, которые принесли ему вот ту бессмертную славу. Один знакомый поздоровался с Талем. Таль ответил: спасибо. За что спасибо, удивился знакомый? За то, что узнали. Ему было тогда всего 55 лет. Талю стало плохо около 10 вечера.